Вот с утра у нас идет небольшая такие. Занимается колония абрикосовых косточек. Ой! Я тут увидел, один отрок стоит, палкой долбит по этим щуркам. Чуть руку себе не отшиб. Вот. Я говорю, чтобы этой дурью не страдал, говорю, вот вам занятие. Вот они сейчас занимаются этим. Ну все, полезно, да. Мне понравилось. Ребята, а абрикос откуда взяли? А, это с компота. Компот? А, с компота. Компота варят, и вот эти остаются косточки. А можно я потом вылезу, или сейчас? Игнат Тихонович потом. Да, он сам команду даст. Да, потом вместе мы залезем туда. Он же сказал, что потом после вас можно будет залезть. Нет, это отдельно потом вместе все туда. Ой. Надо по лестнице по одному забираться. По одному, да. Здесь железная, скользкая, там аккуратно. Я сидела. Она упасть и не упадет, просто да, скользкая. Там скользкая она, металлическая. Надо все, да, или что? Ну да, все можно. Сейчас я включаю. Паша, это помогать не надо? Ты их купишь. Письмо маме приехал. Ну пока в сторонку. Вон там за колодец свернуть его шланг. Кольцами. Рыжик лежит. Он так мышей. Дайте я вам сейчас скажу. Его мне пишет письмо. Вы заметили, как рыжий мышей ловит? На колодце лежит. Все, братья, занесите. Крышка. Вот как в дверь и направо сразу. Тут стул стоит, вот на него поставить надо. Этот должен быть вот так закрыто, чтобы не копало. Куда ее? А вот как заходишь направо сразу. Там стоит. Да, на стул. Это для питья вода. Сейчас сестер попросим кружку и чашку. В этот, в тарелку. Да? Да, вот так. Ага. Чуть-чуть выставить, чтобы надо. Вот так вот. Сейчас я тазик под низ поставлю, капает. Так, это что такое? Это мало совсем. А можешь чашку сами взять? Как в бане у вас. А окна не открываются? Не, почему? Форточки открытые. Ну просто не успевает продыхать. Тимошенька! Ну ладно, слава богу за все. Аллилуйя.